Работникам рынка и посетителям сегодня было чего обсудить. Впрочем, происшествие станет темой для разговоров сразу на несколько дней. В самом центре ярмарочной территории утром опрокинулся автокран. Подъемный механизм на базе КАМАЗа. Спецтехнику пригнали на рынок для разбора старого административного здания. На это строение машина и упала. Стрела автокрана пробила кровлю соседнего павильона, где обычно торгуют овощами и фруктами. И слышу бух чего-то, и все. Я на четвертом ряду работаю. Но никто не пострадал? Никто. Только эта вот продавщица, конечно, мне кажется, побледнела. Напугалась, конечно. Из овощного, который? Да, вот из овощного. Прямо видно, ее все упало. Считай, яблоки все там у нее развалились. Собственник рынка – группа компаний «Купец». Демонтаж старого здания производила подрядная организация ООО «Атриум». Предварительная причина по возникновению данной аварии – это нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Всего к ликвидации последствий аварии привлекалось 16 человек, 5 единиц техники. После опрокидывания машины место происшествия было отцеплено. Приехали спасатели, полиция. Начались работы по ликвидации последствий происшествия. Пока все это делается за наш счет, чтобы максимально оперативно, значит, последствия устранить, потому что сейчас отключена подача электроэнергии, там район оцеплен, полиция, служба безопасности рынка, они не пускают людей, и мы приносим извинения, конечно, жителям за доставленные неудобства. Около 2 часов дня опрокинувшийся автокран вернули в устойчивое положение. Его подняли при помощи другой спецтехники. Основная сложность была в том, чтобы подобраться к упавшей машине по узким внутрирыночным проходам. Татьяна Прокопенко, Кирилл Маршов, Виктор Иванов, программа «Губерния».